Друзья и подписчики канала в YouTube Джули По. И это проект цифровизации. Сегодня мы отправляемся с вами в не очень далекую, очень теплую, родную для нас Украину, поскольку родственная для нас страна также вступает в процессы цифровизации. И, конечно, об этом лучше всего спросить непосредственно у жителя этого государства, у нашего лектора и руководителя одного из наших филиалов именно в Украине Эльза Сарго. Здравствуйте, Эльза! Очень рада вас приветствовать в нашей студии. Сегодня у нас такая прямая трансляция между Москвой, можно так сказать, да, и Украиной. И сегодня нам бы хотелось бы затронуть тему, касающуюся непосредственно цифровизации. Для нас эта тема новая. Мы только о ней узнали в июле 2020 года. Что-то уже есть у вас в стране, либо это тоже какие-то еще пока все лишь пилотные проекты? Добрый день, Жули, очень рада приветствовать. Тема цифровизации для нас тоже очень новая, но насущная, можно так сказать, да. Подготовка, конечно же, идет. Какие-то уже подвижки есть, и даже мы чувствуем это, ощущаем и в нашей стране. Очень сильно, знаете так, наша власть сейчас уделяет этому внимание. И хотят это все внедрить. С одной стороны, очень много позитивного, то есть они это все представляют с точки зрения позитива, да? То есть о чем говорят? Говорят о том, что даже разработан план на 5, 7, 10 лет, как у них это получится, мы не знаем. Но что они хотят? Они хотят очень активно запустить вот этот проект цифровизации. Да, так она и называется, цифровая реформа. Хотят сделать доступными дорогие программы, чтобы это были эти программы более доступны широкому кругу населения. Хотят сделать так, чтобы даже программные, не только программное обеспечение, а даже компьютеры то ли будут удешевлять, как они это будут делать, я не знаю, но то, что, как они называют, мне даже это была интересна очень фраза о том, что будет удешевление самого продукта, вот этот широкополосной интернет. У нас есть такое украинское слово «звитую», да, что уже 95 покрыто процентов этим интернетом, 95% всего всей Украины, но вы знаете, это не соответствует вообще истине, это точно. Вот. А как они хотят удешевлять? Они даже говорят о том, что это будет сделано с помощью различных современных средств там, спонсирования, фондирования и так дальше. Вот. Что за этим стоит, тоже неизвестно. Что за современные там, средства спонсирования, за чей счет все это будет делаться. Но то, что они хотят это вывести даже в сельскую местность, это 100%. Почему? Потому что ну, ведется статистика, да, где сколько что пользователей интернета. Конечно же, городское население – это основная часть пользователей. Сейчас особое внимание переключается на сельскую местность. То есть даже там они хотят вести. Спрашивается, зачем? Что касается нас, я имею в виду то, что в Москве, да, умный город вводится, то там, конечно, некоторые вещи просто из какого-то фантастического фильма, да, начиная о биометрических паспортах, да, заканчивая необходимостью внедрения искусственного интеллекта в управление собственным автомобилем, оцифровка помещений. Да. Складывается ощущение, что человек становится частью какой-то некой компьютерной игры. И у нас над головами летают какие-то роботы, которые отслеживают местоположение того или иного человека, сделают видеосъемку. Если мы говорим о полицейских, то у них какие-то специфические роботизированные компьютеры и так далее. Вот насколько это активно развито у вас в плане именно проекта? Я уже услышала, что это еще пока не внедрено, но что имеется в виду под словосочетание цифровизация? Потому что наличие, допустим, систем 5G или там 6G технологий, да, в будущем, это всего лишь предпосылка, это как способность реализовать проект. А суть самого проекта, что это такое? У меня такое ощущение, что у нас все абсолютно одинаково. Вот я прослушала тоже очень интересное интервью было с Ларисой Фрис, Казахстан, цифровизация Казахстана. Все идентично. Скорее всего, это и есть вот этот этап подготовки к, если смотреть уже дальше, да, глубже,
то это вот и есть единое управление. То, что, скорее всего, идет к единому мировому правительству. Все очень похоже. Но совершенно верно, и я могу с точностью сказать, что Украина у нас по сравнению с Казахстаном очень сильно отстает. То есть у нас не так еще все внедрено. Да, да, запустили IT-паспорта, это действительно биометрика, все остальное. То есть уже можно там пользоваться какими-то приложениями, но все пока это только на бумаге. Как это будет ускорено, это, конечно, еще вопрос. Но есть сферы, которые пугают, честно говоря, потому что вот они хотят ввести цифровизацию. И на первом месте это стоит медицина. На втором месте это стоит образование. Потом у них идет общественная безопасность, потом уже госуправление, экология, идентификация человека. Потом еще идет институт демократии, что они там будут цифровать, я уже, честно говоря, не очень поняла. Далее это идет все в безналичную экономику. И следующий этап, это вот то, о чем мы говорим, это смарт-сити. Но первое, с чего они начинают, это с медицины. Начнут. Даже на третьем месте госбезопасность идет, да? Почему-то все-таки идет медицина и образование. Госбезопасность не так много людей. Посмотрите, сколько врачей, сколько педагогов, учителей. Ну и потом, чтобы человеком управлять, нужно отнять у него незыблемые права. Это право на здоровье и право на образование. Поэтому с этого и начали. Конечно. И вот как раз в Украине вот этот момент, можно сказать, успешный. И вы знаете, это такая настолько очень важная тема, что мне бы хотелось даже и в проекте «Лабиринт-2» ее раскрыть очень подробно. И мы готовим тоже сейчас такое интервью. И очень хочется, чтобы оно вышло уже более подробно. Но не из моих уст, да, потому что я к этой системе не имею отношения, а именно от тех людей, которые там непосредственно и все это изнутри могут рассказать. Я думаю, что это будет очень-очень интересно. Для того, чтобы у нас иметь права раньше лечить, какие-то делать назначения, нужно было учиться очень много лет. Сейчас 3 месяца. Есть какие-то специальные курсы. За эти 3 месяца готовится какая-то вообще непонятная армия специалистов, которые будут принимать решения. Решения за нас. Это все те люди, которые управляемы. Через что? Им точно так же надо кормить семьи, да? И, по сути дела, это люди без выбора. Я вам хочу сказать, что здесь немножечко другая история. Я поясню, потому что у нас, слава богу, эти проекты опубликованы. У нас, в принципе, ни один законопроект не имеет права вступить, так скажем, в законную силу до тех пор, пока он не опубликован. Поэтому у нас без вариантов все что-то нужно где-то публиковать. И когда я читала как раз ту самую цифровизацию, меня в первую очередь, конечно же, смутил именно проект, связанный с медициной. Кстати говоря, он в этом законопроекте, он стоит первым. То же самое, сначала идет медицина, потом образование, и пошли далее. И там, конечно, чудовищные вещи описаны. Я, по крайней мере, пока вот не могу понять, как это возможно реализовать. То есть буквально хирургические операции, во-первых, они там называются хирургические манипуляции, я напомню, да, нашим зрителям, они должны выполняться силами роботов. Диагностика и вообще, в принципе, постановка диагноза, она, опять-таки, определяется именно компьютером. То есть искусственный интеллект определяет диагноз по совокупности каких-то параметров. Ну, я так понимаю, что речь идет об анализах, да? При этом человек носит лишь совещательный или рекомендательный ракурс. И исходя из этого, сразу становится понятно, а зачем в принципе нужны врачи с глубочайшими медицинскими познаниями, я имею в виду 6 лет обучаться в институте, если подобные вещи будет делать уже непосредственно сам компьютер. Вот буквально недавно, не на личном опыте, но очень близкий мне человек, к сожалению, попал в больницу. Ну, к счастью, у них с коронавирусом, другая история, редкое заболевание, и оно сейчас практически не лечится. Если в Советском Союзе были даже отдельные клиники, соответствующие подобным заболеваниям, и они лечились, причем лечились в основном условно-медикаментозно, в основном, конечно, это травы, массажные техники и прочее, то сейчас есть определенная схема. И мы этого человека направляли в различные клиники, где у нас есть более-менее приятные общения, скажем так. И врачи, казалось бы, дружественные нам, не с улицы, можно так сказать, да, они ставили один и тот же диагноз и выдавали одно и то же лечение. И однажды я спросила, а почему так? Ну ведь, по сути, сколько людей, столько и мнений, да? Если даже говорим о медицине, определенные параметры все-таки где-то чуть больше этого, чуть больше того добавить и прочее. Тем более, что девушка, в отношении которой было назначено это исследование и, в принципе, лечение, ей вообще-то 29 лет, а так на минуточку,
после этого лечения абсолютное бесплодие. То есть это сумасшедшее гормональное лечение, и оно лишает какого-либо даже шанса на то, чтобы забеременеть. Конечно, она отказалась от этого лечения, и я спросила у врачей, почему одинаковый план лечения. А на что мне ответили? А у нас есть схема. Вот понятие схема лечения я, честно говоря, уже не первый раз слышу от врачей. Бесполезно им говорить, что давайте назначим дополнительные анализы, давайте посмотрим глубже, давайте посмотрим причинно-следственные связи и прочее. И исходя из этого, вот я просто как себя понимаю, вот есть врачи, которые еще, скажем так, советской школы, да? Либо есть вроде молодые, но у них династия врачей, и их обучали не столько в институте, сколько их собственные родители, да, и дедушки, и бабушки в том числе. Они имеют индивидуальный подход к пациенту. Я уже не говорю об аллергических реакциях и прочее. То, что сейчас пытаются ввести, это же, ну не знаю, по-моему, это преступление против человечества, поскольку назначение определенных схем, оно просто не соответствует, по сути, параметрам лечения. И что-то кому-то подходит, кому-то нет. И по факту вот девушка в данной ситуации, пока еще не введена цифровая медицина, имела право отказаться от лечения. И да, она сейчас практически не ходит, но у нее есть шансы найти молодого человека, условно говоря, да, выйти замуж, родить ребенка. Это ее право. И ее право все-таки найти врача, который сможет вылечить. Кстати, мы недавно нашли. Но тем не менее, медицина – это очень тонкий момент. И он, как и любой организм, неповторим, так же и специфика лечения должна быть неповторима. А нас хотят действительно оцифровать и привести к какой-то единой схеме лечения. И здесь становится понятно, почему, кстати, планируется введение иммунных паспортов. В России уже достаточно всерьез поговаривают о обязательном прохождении диспансеризации. Соответственно, в иммунный паспорт будет включена вся история, и отказ от диспансеризации сейчас рассматривают как вероятность административных правонарушений и прочее. Если мы говорим о санитарных нормах, да, санитарно-эпидемиологические нормы в соответствии с нашим вот этим коронавирусным засилием, да, потому что это на самом деле, конечно, ну, каждый год люди болеют коронавирусными инфекциями, тем или иными разновидностями, поэтому вводить это как особые карантины я вот лично не вижу смысла, кстати, не только я, ВОЗ то же самое высказывает. Но тем не менее, если это будет все оцифровано, и искусственный интеллект на том или ином этапе своего мышления поймет, что да, необходимо это вводить, то это уже будет обязательно, потому что эта метка будет вставлена в иммунный паспорт. И без этой метки вы не сможете, не пройдя это обследование, не получив справку о том, что вы здоровы, скажем, да, вы не сможете ни поступать в институты, ни работать в тех или иных компаниях. Вы, в принципе, ни к чему не будете допущены. Это то, к чему ведет эта система. Все-таки, возможно, вы уже владеете информацией, касающейся непосредственно оцифровки медицины в вашей стране. Если да, то было бы интересно это немножко послушать. Если нет, то я бы с удовольствием затронула следующую тему. Это дистанционное обучение. Это как один из элементов. Без дистанционного обучения наличие цифровизации невозможно. Тем более, что, скорее всего, я думаю, что будут записаны видеоуроки в хорошем качестве и просто направлены студентам. При таком раскладе педагог как таковой нужен исключительно, чтобы технически проверить, а может быть даже и тестово все будет, проверить выполненность работы и, может быть, какие-то предметы, как литература, например. Ну, здесь очень сложно без педагога. Поэтому вот если есть информация по поводу оцифровки медицины, и все-таки я бы уже хотела немножечко поговорить о обучении. Вот то, что я знаю, что известно, сейчас уже идет апробация, и уже есть в Украине такие, не специалист, не знаю, как он называется, но он выглядит как планшет. Тоненький такой, да. Сейчас апробация идет не на простых людях, потому что сам этот аппарат стоит очень дорого. Где-то порядка 11 тысяч долларов или евро. Это вот приблизительно его цена. Клиенту не нужно лежать в больнице. На него наклеивается определенная пластиночка. И вот эта пластиночка уже передает параметры. Передает сердцебиение, да. То есть какие-то уже снимает параметры и передает на этот планшет. То есть это уже есть. Это уже точно есть. Но апробация, она еще идет. Вот к чему это приведет? Это, ну вы же понимаете, что такое наклеенная вот эта пластиночка, да? В душ пошел, она отклеилась. Да?
клиент ее потерял или снял, уже информация не идет на вот это вот считывающее устройство. То есть уже врач не видит сердцебиение, там, давление и все остальное. То есть в первую очередь, конечно же, это для тех людей, у кого проблемы с давлением и сердечники. То есть сердечно-сосудистая система. Скорее всего, вот это и будет первая волна, через кого будет внедрение. Это вот именно через тех, через эти заболевания, да, кто этим болеет. Сначала приучат людей к такому, а потом уже люди сами захотят и скажут, вшейте мне уже куда-нибудь это, да, чтобы оно не смывалось. Скорее всего, будут добровольно, будут соглашаться на то, что эти датчики вот будут и куда-то подшиваться. Посмотрите, как у нас сейчас измеряют температуру. Измеряют температуру, когда мы входим в какие-то помещения. Почему надо давать правую руку? Почему именно в том месте, где они снимают, не знаю, может, у меня такое вот, знаете, так мозг устроен, что я задаю такие вопросы. На некоторых фотографиях я видела, что снимают температуру со лба. Это очень так похоже. Где-то мы уже это видели, где-то мы это читали, да? А точно они снимают температуру или, может быть, что-то другое делают? Что касается образования, то, скорее всего, да, всех готовят к тому, что это будет дистанционное управление. Вот, но вы еще точно затронули тему о том, что сейчас начинают приучать детей к тому, что их будут разделять с родителями. Это тоже такая тема очень глубокая и болезненная. Пока что, может быть, это так, знаете, первые звоночки, первые ласточки, но они уже есть. Вы имеете в виду кастовое разделение или что имеется в виду? Нет, я имею в виду, вот смотрите, даже линейка. На линейку не пустили всех родителей, да? Во-первых, пустили только одного родителя. Раз. Во-вторых, сейчас у нас в школы не пускают вообще родителей. То есть детки заходят сами. Но какой интересный момент. Смотрите, ведь нас родители приводили за ручку и буквально потом точно так же забирали. И какой-то был период, а сейчас детей привели до... Вовнутрь же родители не пускают, там уже ребенок идет самостоятельно. Родители ждут за школой, их там сотни под школой. Такой момент, да, почему-то в школе всем интересно, как сидят дети там 1.5 метра или какую они дистанцию соблюдают. А почему никому не интересно, что за школой происходит? Когда там стоит толпа родителей, никто не соблюдает эти дистанции, этот ребенок, он идет сквозь эту толпу, ищет своих родителей. Меня еще, знаете, что смущает? Все-таки ребенок – это не собственность государства. Да, это гражданин, я не спорю, но это не собственность. И каждый родитель имеет полное право удостовериться в том, что его ребенок находится в безопасности, что учитель то же самое, опять-таки, здоров и так далее. Почему в таком случае не предоставляется информация родителю? В чем особенный смысл того, что раньше родители имели право войти в школу? Не столько, чтобы проводить, а столько, чтобы посмотреть, какая обстановка, насколько чисто элементарно в школе, да. Вот мне было бы, например, интересно, я вообще жуткая зануда, я бы спросила бы в такой ситуации, а будьте добры, предоставьте мне справку, когда последний раз производилась дезинфекция помещений, да? Я бы хотела ознакомиться с журналом, протираются ли парты антисептиками и прочее-прочее. Я хочу это понять. Я уже не говорю о том, что неизвестно, насколько правильно соблюдаются нормы во время самого урока. Нет, конечно, можно спросить ребенка, скажи, учитель в маске, учитель в перчатках, или... по крайней мере, насколько действительно выполняются эти дистанционные нормы. Но, в принципе, лучше ребенка в этом вопросе не напрягать. И в большей степени, конечно, самому зайти и все проверить. А сейчас получается, что эти функции контроля как бы возложены на директора школы, да, а родитель при этом не имеет права ничего выяснить и узнать. Вот почему-то, извините, очень жесткие идут нормы в отношении тех же самых компаний, да, что необходимо иметь чуть ли не на целую неделю запас антисептика, если вы придете, и там не стоят эти канистры, то вас могут оштрафовать, ну, по крайней мере, в России так, да. Вы должны в обязательном порядке иметь набор масок для прихожан в том числе, я имею в виду, кто приходит, да, в компанию. А где же эти нормы тогда в школах? Почему не стоят в подвале, извините, тоннами вот эти антисептики? Потому что помещение огромное количество и прочее. Но в большей степени, что меня пугает, я опять-таки, я очень люблю вопросы, и когда я училась в школе, от меня бегали все учителя. Они даже вызывали маму в школу и просили, чтобы они со мной поговорили, чтобы я ни в коем случае не задала вопрос, потому что я вроде как отвлекаю. Сама система образования, это же образное мышление, да?
она подразумевает возможность ребенку задать вопрос. Если мы говорим с вами о дистанционном обучении, когда все сидят в Skype или в Zoom, не знаю, в каких системах они используют, да, и педагогу выделено определенное время, он отчитал буквально этот свой материал, хорошо, я в процессе выполнения того или иного задания, у меня возникает вопрос. И у ребенка нет права, по факту, нет права задать этот вопрос педагогу. При этом неизвестно, насколько педагог отследит качество выполнения самого задания. В школе все сидят за партами. И педагог видит, кто списывает, как говорится, кто выполняет задание, кто насколько глубоко с ним справляется, кто формально к этому подошел, а кто действительно владеет информацией, хочет знать. У нас, например, были в школе бесконечные дополнительные занятия. Мы оставались и с большим удовольствием, лично я общалась с педагогом, мы разбирали что-то больше, чем в самой программе и прочее. Сейчас, по сути, у нас такого права нет. И, кстати говоря, в этом вопросе очень правильное последнее время отмечает правительство, что ну, это же бесплатное образование, в конце концов. Вот что можем, то, как говорится, и предоставляем. И так далее. Скажите, пожалуйста, у вас дети в школах тоже ходят в масках, в перчатках или все-таки более такая свободная форма? Я думаю, что какой-то режим масочный соблюдается, должен соблюдаться, и иначе и быть не может, да, потому что учителя за всем этим следят. Конечно же, если будут прилетать, то им, конечно, прилетит. Это им неинтересно. Вот. Но дело в том, что мы же с вами знаем, насколько вредны эти маски. Это вообще другая тема. Я тоже хочу, чтобы врач точно рассказал и доказала, как и почему эти маски вредны. Вот. Насколько, во-первых, очень интересно тоже я как мать, да, вот представляю, если даже обычная в стерильной комнате, то есть это в операционной, маску врачам должны менять каждые 2 часа, так это стерильная комната, да? Действительно ли каждые 2 часа это происходит вообще? Или ребенок сидит в этой маске и весь день? Это очень опасно, это крайне опасно. И здесь... Но это уже можно обратиться к зрителям. Те, у кого есть дети, кто уходит в школу, пожалуйста, отпишитесь под видео, потому что нам интересно, вот именно момент действительно меняются ли маски и так далее. Но это можно уточнить у зрителей. Знаете, что мне еще тоже очень хотелось бы узнать, потому что у нас в России сейчас огромное количество денег, то есть это даже я не о миллионах говорю, да, о миллиардах тратится на то, чтобы закупить камеры с особыми цифровыми кодами. Когда человек идет по улице, во-первых, его уже оцифрованно могут, опять-таки, прочитать все параметры о нем, это первое. Второе, что говорится о том, что будет мерить температуру непосредственно сама камера. Я пока не очень понимаю, как это можно сделать, но с учетом того, что есть тепловизоры, да, и их активно используют, значит, скорее всего, да, действительно, это будет дополнительно внедряться и еще и в это. И когда законодатель объясняет гражданам России, что есть определенная необходимость в этом, первое, на что он акцентирует внимание, это на безопасность. Что вроде как, если будут совершаться те или иные преступления, мы в более оперативном формате, не просто кто-то там на камере, да, а мы будем точно через биометрию узнавать, о ком конкретно идет речь, то у меня сразу возникает вопрос, и опять-таки я человек любопытный, и я вот себе просто представляю. Идет грабитель по улице, да, в маске, в очках, в кепке. Каким образом они собираются идентифицировать его? Хорошо, он решил ограбить банк. Он, естественно, прикасается к различным предметам и прочее. Все бы ничего, если бы у него не было обязательства носить перчатки. И получается, отпечатков пальцев у нас нет. Лицо полностью прикрыто биометрией, закрыто, соответственно, очками, да, причем можно выбрать достаточно активные очки, именно в плане затемнения. Пожалуйста, кепка. Каким образом? То есть они потратят сейчас миллиарды рублей на то, чтобы внедрить некие камеры, которые в лучшем случае могут померить температуру, и то я сомневаюсь, поскольку открытых участков непосредственно кожи может просто элементарно не быть. Перчатки, плотная одежда, водолазка, как говорится, под самое не хочу, маска и какой-то головной убор сверху. Каким образом? То есть я понимаю, что они это объясняют для людей, которые, ну, стараются не думать, скажем так, доверяют словам. Но если все-таки вдуматься в то, что происходит, то здесь нужно выбирать. Либо вы вводите карантинные меры, маски, и тогда мы с вами забываем о камерах,
и потраченных миллиардов, либо, что, конечно, я в большей степени согласна, все-таки лучше ввести видеокамеру, но людям позволить ходить так, как они считают нужным. И тогда, пожалуйста, по камерам определяйте, кто злодей, кто с температурой вошел в банк или в какое-то учебное заведение. Что у вас в отношении установки камеры и что вы вообще, в принципе, думаете о таком жестком контроле? Действительно, камеры хотят устанавливать, но я думаю, что уже где-то даже устанавливают, но чтобы вот так вот массово, я этого еще не видела. Сейчас это все-таки идет больше с точки зрения дорог, штрафы. Вот, я думаю, что оттуда это все зайдет. Джулия, вы слышали, неделю назад была презентация Facebook, и Facebook представил на презентации очки. Нет, не слышу, расскажите. Не слышу? О, вообще, это очень интересно. Почему? Потому что Facebook сейчас оказался вообще впереди планеты всей. Facebook выпустил вот такие очки, вот такие, как у меня, практически такие, как у меня. Называется AR, в переводе, насколько я помню, это дополненная реальность. И вот когда ты одеваешь эти очки, то изнутри, конечно же, видно, как на стекле рисуется дополнительная реальность. Но интересно не это. Интересно совсем другое. Интересно то, что эти очки, они имеют дополнительную функцию. И весь вопрос, дополнительная ли она, а может быть как раз встроенная вот эта функция дополнения, да, реальности в очках, это дополнительная функция. А основная есть, это сканирование всего, что находится вокруг. То есть идет съемка полностью. Вот представляете, идет человек в этих очках, и уже работники Facebook и те, кто их тестирует, потому что уже выпущена целая партия, и они тестируются, так, пробная, и они сканируют, передают данные, полностью оцифровывают всю реальность, где только что. Вот это уже внутренний контроль. Потому что внешние камеры, да, а вовнутрь зайти. То есть он заходит в любое помещение, допустим, в тот же ресторан. Он сканирует эти очки, записывают все и передают туда, на сервера. Оно все оцифровывается и сохраняется. Попал в поле зрения, допустим, кстати, вот в поле зрения, очень хороший сериал. Очень рекомендую нашим зрителям посмотреть этот сериал, ведь там все полностью нас предупредили. В «Черном зеркале»? Называется фильм «В поле зрения» или «Подозреваемый». Я очень рекомендую. Только надо найти хорошую озвучку, вот, чтобы там было все приемлемо. И фильм очень интересный. Джули, вам тоже очень понравится. Это невероятно. Я пока все не просмотрела, не успокоилась. Вот именно искусственный интеллект, вот именно цифровизация. И там все поэтапно, все показано, как это будет и у нас происходить. И на самом деле, вот им нужен внешний контроль, им нужен еще внутренний. Посмотрите тоже эти очки. Что они делают? Они-то обещают, что если в поле зрения этих очков попадет номер машины или какие-то ваши данные, что они это будут затирать, но кто это проверит? Это кто вообще? Это невозможно. Вот, поэтому, судя по всему, это уже следующий момент, следующий этап. Очки не каждый захочет носить. Допустим, у меня нет такой необходимости, поэтому я и не буду выбирать, да? Я так думаю, что, опять-таки, у нас все идет по нарастающей. Сначала предлагают вариант очков. Потом человек понимает, что ему это, может быть, не совсем комфортно, не совсем это соответствует его стилю, например, да. Даже тем людям, которые необходимы очки, в принципе, да, по жизни, очень многие выбирают себе контактные линзы. И здесь нам будут в помощь, так сказать, те самые нанотехнологии. Поэтому я уверена, что это пока всего лишь пилотный проект, чтобы мы чуть-чуть привыкли, приработали со всей этой системой. А дальше наверняка это будет все. А как они питаются, очки? Ну, во-первых, очки – это же не для тех, кто плохо видит. Это не суть про контактные линзы. А именно для тех людей, которые хотят вот и живут в виртуальном мире. Но это мы сейчас первый этап говорим. Игроки. Да, да. Да, то есть у нас же с вами есть практически у всех уже телефоны, да, есть смартфоны, часы, теперь очки, что будет дальше, кулоны, что угодно. Главное протестировать, а куда это уже внедрить, это уже вопрос, мне кажется, технологии. Это не вопрос куда, главное, что это уже есть и что это уже тестируется. Вот в чем вопрос. Это уже система охвата называется, понимаете? То есть это уже вход в частную жизнь, потому что внешняя камера, ты все-таки внешний, и зная, где камеры, можно их даже обойти. А вот такие очки, ты никогда не знаешь, кто рядом,
находится с таким считывающим устройством, это не проконтролировать. Вот в чем вопрос, что люди могут внедряться, да, в твою личную жизнь через те же телефоны, камеры, ноутбуки, телевизоры, все что угодно. Вы знаете, очень интересный какой-то ролик, уже давно, кстати, смотрела. И вот попался такой как раз очень интересный мужчина, который задался этой темой. Он никак не мог понять, где, откуда у него идет трансляция. Все отключил, пока не нашел какой-то там утюг китайский, который он начал разбирать и нашел там жучок, который подключался самопроизвольно. Что он там качал, что он там передавал, неизвестно. Кстати, 28 июля ведь был же скандал с Инстаграм. Было вот это обновление iOS 14, да? И уже iOS 14 при входе, то есть вот это приложение Инстаграм самопроизвольно запускало камеру и запись. Сама. Сама. Без о чем это говорит? Они-то хорошо замяли, но факт остался фактом. Я вам хочу сказать, что я Инстаграм, хоть у нас есть своя площадка, но я, честно говоря, не очень люблю социальные сети, поэтому на моем телефоне нет ничего. Ни Инстаграма, ни контактов, ничего нет, я не пользуюсь. Но суть в другом, что у меня там, где вот, я имею в виду телефон, сверху камера, да, и рядом с камерой маленькая точечка такая. И я стала обращать внимание, что она время от времени почему-то мигает. Хотя, да, я уже не говорю о том, что современный телефон, по крайней мере мой, я не могу в принципе отключить. Там не вынешь батарейку, я не знаю, куда надо нажать, чтобы его отключить. Поэтому получается, что они постоянно находятся в работе. И при этом я даже проверяла, когда у меня был прям совсем прям пониженный заряд батареи, я специально его оставляла, он все равно признаки жизни подавал. То есть я уж не знаю, откуда он из космоса берет энергию, но полностью он все-таки не отключается. И это тоже, да. Еще хочу отметить, что даже страшно не то, что придумываются технологии, ведь на самом деле, если бы речь шла о некой добровольности, ну, ввели они очки, ну, ввели и ввели, что в принципе, да, тем более, что если бы мы опять-таки вспомнили и почитали еще раз Конституцию Российской Федерации, наверняка Украины то же самое, каждый имеет право на свою частную жизнь, и мы можем заявить об этом непосредственно, да. Конечно, сейчас в YouTube том же самом мы достаточно успешно блокируем наш контент на других каналах. Почему? Я просто имею, естественно, свое изображение, и я как частное лицо имею права, только я имею права на использование этого изображения. Если где-то что-то куда-то попало, мы пишем частную жалобу на канал, и, соответственно, ролик удаляется с чужих каналов. Ну, а если мы с вами говорим о внедрении подобных очков, тогда получается, что все должны быть такими затертыми серыми пятнами, поскольку они не давали согласия, да? А, пожалуйста, все остальные ходят, но это уже тоже нереально реализовать. Я уже не говорю о том, что это все-таки, давайте еще раз на минуточку, я хочу акцентировать внимание наших зрителей. Лично в России, по сути, проект цифровизации начался еще в 2011 году, когда запустили проект в Сколково. Тогда еще Медведев был президентом, и он непосредственно запустил законопроект, он вступил в законную силу, где четко сказано, что с 2020 по 2025 год необходимо внедрить цифровые технологии. И наш мэр Москвы Собянин Сергей, он по сути просто исполнитель этого проекта, который был принят еще в 2011 году. И если это принято на законодательном уровне, то уже совсем другая история с внедрением очков. Это не очки для нашего развлечения. Это очки как поэтапное внедрение цифровой реальности. При этом, как я понимаю, на сегодняшний момент, пока речь идет о пилотности, о тестируемом проекте, это пока временно и по усмотрению граждан, но в последующем, ввиду, опять-таки, вступившего в законную силу закона 2011 года и закона «Умный город», который с июля 2020 года также вступил на территорию России, то это уже будет обязательным условием. Вот о чем мы говорим. И даже если вы не приняли и не одели эти очки, готовы платить штраф или там еще что-то, то вы все равно становитесь незримым участником проекта, потому что вы ходите по улице, и у людей присутствуют подобные технологии. Камеры и прочее, прочее. Просто опять-таки те же самые камеры, вот у меня есть одна знакомая, она занимается продажами видеокамер, именно камер наружного наблюдения. Она говорит, что в последнее время пошли очень странные партии, и, во-первых, нет полной инструкции,
непонятно, что внутри камеры на самом деле находится. Я уже не говорю о том, что поставщики строго определенные. Почему я не могу, допустим, купить у этого поставщика? Почему этот поставщик по каким-то причинам разоряется, а я должна покупать у другого поставщика, который работает по госконтрактам? Значит, там что-то есть иное. Никто же не может, представьте, я вот залезу на стол, разберу камеру, так меня же арестуют сразу. А почему тогда мое изображение снимают? Я хочу знать, объясните мне, как работает, как устроено, куда передается сигнал, кто его использует, каким образом обрабатывается информация и так далее. Нам же никто это не скажет, естественно. Очень важный аспект и очень важная информация. И вот я переписываюсь в Вайбере. Этот чат, как они обещают, что он зашифрован, да, и что он соблюдает частную, приватную переписку. И я употребляю очень редкое слово в переписке. Я захожу в Инстаграм. Знаете, когда смотришь Инстаграм, всех видишь сначала подписчиков, после того, когда уже видишь, что нет новых каких-то постов, уже идут рекомендуемые, да? И представляете, о чудо! Я вижу в первой же рекомендации, мне рекомендовано вот это слово, и уже рекомендован по этому слову семинар. Я такая, подождите, я не заходила никогда в Инстаграм, потому что мы все знаем, когда ты заходишь какую-то интересующую тему, мы уже даже к этому привыкли, да, что заходя в какую тебя тему интересует, начинают автоматически подтягивать рекомендованную. Но я никогда в жизни еще не заходила никому с вот этой информацией и не просматривала. Я только в приватной переписке написала это слово. На каком основании мне в рекомендованных подтянулось уже семинар с этим словом? Вот мне очень интересно. Пугает, честно говоря, пугает. Да, мне тоже стало это, вы знаете, как-то не по себе. То есть очень много вещей, которых нам и не говорят, но нам уже сообщили. Я совершенно с вами согласна, что мы живем в матрице закона свободы воли, и у них нет права нам не сообщить. И они нам сообщают. Вот в фильме «В поле зрения», да, все это уже сообщено. То есть, в принципе, там уже даже показано, что нас ждет после цифровизации. Обязательно посмотрим, потому что действительно это очень интересно. Мы же, по сути, только можем предполагать, философствовать на эту тему, но мы не знаем точно. И, кстати говоря, к вопросу о частной переписке и о всплывающих неких рекомендациях, ведь здесь же еще есть определенного рода последствия, да? Вот буквально недавно, если не ошибаюсь, где-то в районе 20-х числах сентября, как обычно, в России вышел новый закон, причем с первого чтения, я все время так поражаюсь, говорит, важные вещи они читают по 3-4 раза, да? Здесь с первого чтения был принят законопроект, в ближайшее время вступит в законную силу, о том, что какого-либо рода призывы к распаду, скажем так, страны будут приравниваться к экстремизму, будут приравниваться, и будет назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. К слову сказать, это, в общем-то, считается очень тяжким преступлением. Вот даже вот элементарно, если человек, например, захочет просто в частной переписке, да, сказать о том, что я бы мечтал о независимости, например, некого региона, его за это могут посадить на 10 лет. И что конкретно будут считать неким угрозой для страны, оскорблением какой-то личности или там, целого государства, очень сложно предположить, потому что действительно мы не всегда понимаем, что есть определенного рода законы, которые ограничивают наши права даже в свободе слова. Если мы, например, высказываем подозрение о том, что мы не доверяем, ну, скажем, официальной версии любого объекта, там, экономики, медицины, неважно. Но мы же имеем право не доверять. Да, безусловно. Но высказывание подобного недоверия даже в частной переписке может привести как к административным, так и уголовным последствиям. И тогда мы уже говорим о том, что не только вмешиваются в нашу частную жизнь, не только используют наше изображение, но и судят нас за те слова или те мысли, которые мы высказываем даже в рамках своего предположения или сомнения.
очень часто фразы вырваны из контекста, и никто, естественно, разбирать эту не будет. И, конечно, в этот момент сразу вспоминается огромное количество уже выпущенных в американском кинематографе фильмов, где показывают подобные истории, когда врываются буквально в квартиру человеку, похищают его сотрудники полиции, потому что я по-другому это назвать не могу, ему предъявляют какие-то обвинения, при этом сотрудники полиции в подобных фильмах, как правило, какие-то роботизированные технологии, и что-либо объяснить, пояснить тоже невозможно. Я уже не говорю о том, что буквально недавно президент России сократил количество судей в коллегии Конституционного суда. Там было, если не ошибаюсь, 19, стало 11, да, вот я сейчас точно не помню, но где-то в таком ракурсе. При этом при новой Конституции он пересматривает не только состав всех должностей, в принципе, назначенных, да, в России, но и установил совершенно другую форму назначения. И в большинстве случаев происходит сокращение. Уже поговаривают об электронном нотариате, об электронном судействе. Но опять-таки, что будет вставать на весы? Ведь если, допустим, я общаюсь с судьей, то есть такое понятие, хоть оно не всегда бывает правильным, но тем не менее, есть такое понятие, как субъективное мнение судьи. Я имею право, в конце концов, уйти на мировую и, как минимум, договориться с моим оппонентом, да? А в случае электронного судейства это будет невозможно. Получается, будет один документ против другого документа. Но как может компьютер давать оценку обстоятельств, о которых мы договаривались на словах, где есть свидетельские показания, что этот факт состоялся, и в общем-то, многое другое. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы человеческий фактор в нашем мироздании все-таки сохранился, не только как потребителя тех самых очков и источника информации, кто носит очки, а все-таки, чтобы мы продолжали общаться и пользовались услугами через взаимодействие с госорганами и так далее. У нас сейчас в России происходит слияние всех кадастровых и административных каких-то вот ресурсов и так далее. То есть, по сути, сейчас, именно в данный момент, я тоже с этим, к сожалению, столкнулась, есть определенные задачи, которые необходимо решить, и их очень сложно стало делать. Есть понятие кадастра, есть понятие реестра, есть понятие каких-то дополнительных знаний. Вот, например, совершенно недавно было обнаружено наличие определенной трубы, которые, естественно, вы не знаете, вы покупаете земельный участок, а под вашим домом, условно говоря, проходит какая-то некая труба. И вот сейчас происходит слияние всей этой полностью информации. И ко всему этому в последующем будут добавляться уже электронные свидетельства на право собственности, соответственно, какие-то рекомендации и прочее-прочее. И, по сути, человека отключить из социальной жизни можно просто нажав кнопочку «Delay». Вся информация, которую он накопил, она вся будет стерта, потому что бумажного оборота тех же свидетельств на собственность, тех же свидетельств о рождении, там, не знаю, дипломов каких-то, которые вы получали, их уже практически нет. Они как бы действительны, но формально действительны. И все находится в электронном виде. И получается, человек будет вести себя как пай-девочка или как пай-мальчик, лишь бы его информация о нем находилась в единой базе данных. Буквально тоже пару слов скажите, есть ли у вас изменения в регистрации, в Росреестрах, в кадастровых документах, в госуслугах и так далее? Да, создаются реестры, создаются вот это все, что, о чем вы говорите. Но дело в том, что весной и летом уже были предложения о том, что люди уже продавали данные из реестра. Это как? В интернете. Предлагали купить, пожалуйста, они вам предоставят эти реестры. Это кошмар. Это говорит о том, что они гарантируют сохранение наших персональных данных. Нет, я о том же говорю. Я совершенно с вами согласна, чтобы все-таки победил человеческий фактор. Джули, когда вы говорите о том, что мы должны быть свободны от системы, мы должны уходить в сторону все-таки ремесел, это 100%. Сейчас очень важно людям понимать, что нужно обезопасить себя именно ремеслом. Ремеслом, и чем более вы будете свободны, я уже обращаюсь к нашим зрителям, да, прислушаться к словам Джули, о том, что чем больше вы будете свободны и не зависеть от системы, тем больше шансов у вас сохранить себя, детей и род. Это пока что вот только этот момент, это абсолютно мирный
и единственный, на мой взгляд, путь. Спасибо вам огромное. Это действительно очень, так для завершения очень красивые слова, что, конечно, нужно управление брать на себя. Я имею в виду не управление государственным, а управление своей собственной жизнью. Брать на себя и, конечно же, ответственность за эту жизнь в том числе. Спасибо вам большое, что уделили нам время, рассказали о том, что сейчас на данный момент происходит в Украине, но я бы хотела, чтобы вы были в курсе событий, и как только эти цифровые технологии начнут уже непосредственно внедряться в вашу социальную жизнь, пожалуйста, еще раз выйдите на связь и расскажите уже непосредственно, как это все реализовывается. Договорились, Джулия. Я, конечно, надеюсь, что это будет не скоро. Вот, но что все-таки будет очень много сейчас проснувшихся людей, и мы будем возвращаться, возрождать свои рода, и будем возвращаться в мир, в здравомыслие, в благодать и вообще все, что этим связано. Спасибо большое за ваш интерес к нам. Большое спасибо за это время, что вы нам уделяете, за все, что вы делаете для нас и для всего человечества. Большое спасибо. Ну что ж, как вы видите, к счастью, эти процессы немного затормозились в Украине. Возможно, это связано с тем, что страна еще психологически не готова к переменам, или, возможно, от того, что все как раз идет строго по плану. Нам, к сожалению, неизвестны мысли и, скажем, планы того самого мирового правительства. Одно мы знаем точно, что если закон уже существует, то он обязательно будет применен. С вами была Джулия По и Эльза Сарго. До новых встреч на нашем канале. До свидания.